Приветствуем вас, благородный Ван Сэджон Великий, слуга народа, защитник династии Чосон. Вы всегда помнили о процветании народа и были неизбывно добры к простым людям. Вы стали самым любимым правителем Кореи. С первых дней царствования вы стремились создать честное и справедливое общество для всех своих подданных. Ваша неутомимая жажда знаний привела Корею к невероятному техническому взлету. Под вашим покровительством ученые из зала достойных создали первую корейскую письменность – хангыль. Так ваши подданные смогли припасть к истокам знаний после столетий безграмотности. Благородный Сэджон, вашему народу снова требуется ваша мудрость. Thank you.
Добро пожаловать в эпоху древнего мира. Император не подчиняется никому.
учредителю республики. Thank you.
Если вы подберете дворовую собаку и на... Thank you.
เราพ่อคุณรามคำแหงกษัตริย์แห่งสยามนับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านเดินมาเยี่ยมประเทศสยามของเรายินดีต้อนรับเจ้าบอกว่าสวัสดีเราเชื่อว่านี่เป็นข้อเสนอที่ยุติธรรมสำหรับทั้งสองฝ่ายท่านคิดว่าอย่างไร